Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем выполнение сверхсекретного протокола на секретной базе в игре под названием «Протокол». Прошлая серия закончилась на самом интересном месте, меня хотели убить, но сделать ролик час не имело смысла, поэтому я просто радуюсь, что вот уже следующая серия, и я наконец-таки узнаю, что же здесь, черт возьми, происходит, и кто тот таинственный наш спаситель. Но для начала мне нужно пробраться в серверную комнату и вставить ключ-карту как минимум 10 раз. И тогда вроде как должен произойти глюк, и я спасусь. Так, серверная комната здесь, я да? Я же сказала, у тебя нет других вариантов. Окей, в доступе отказано. Так что, она меня реально вынуждает вставить этого дрона на место? Сюда? Я боюсь, что произойдет что-то страшное. Например, моя смерть, и я бы очень не хотел встретиться с ней сегодня. Но ладно, давайте попробуем. Даже если и не нужно этого делать, просто хочется посмотреть, какие варианты еще в игре есть. Так, а как вставить? Я прыгнуть не могу. Ага, кнопки Е тоже не появляется. Может, бросить просто надо? А, да. Ну, здорово, здорово. Умри. Теперь визуальный контакт налажен. Взрывать комплекс я не буду. Это нецелесообразно. У меня есть куча других способов убить тебя, но ни один из этих способов не доставляет мне удовольствия. Ой, вечно тебе надо, чтобы что-то доставляло удовольствие. Я вижу, ты раскрепостишься. Окей. Нет, сублимируй стресс. Так, с два выстрела на дрона. Сколько их здесь? Ой, щит. Повезло, выжил. А. Я жив! Да завались! Ха-ха-ха-ха, да! Так, мне нужно попасть в серверную. Ладно, радует, что у меня все-таки есть пушка, что она мне ее дала. Если бы... Смотрите, она сама себе вырыла могилу, по сути. Если бы она мне не дала пушку, я бы уже давно умер, да? Так что... Ну, тогда бы я не смог выполнить еще и протокол. Ладно, плевать. В серверную комнату, друзья. В серверную комнату. Ну, правда, перспектива вставлять 10 раз ключ куда-то, это, честно говоря, не очень мне нравится, но выбора, походу, не будет. Осталось только понять, куда нужно вставить эту карточку Джеффа. Так, а на ней написано «Идентификатор JF». Так пишется по-английски слово «Джефф». Я думал, нет. Ну ладно, неважно. Так, куда? Сюда, может? А нет, погодите, не сюда. Здесь загрузочный модуль, значит, наверное, сюда. Вот и терминал, в который нужно вставить ключ-карту 10 раз. Зачем так много? Раз. Нужно было всего 2 раза. Это быстрее, удобнее и не так раздражает. Офигеть. 3 раза. Они могли додуматься и 50 раз сделать. Еще 5 раз и будет готов. Что? Чё? А чё случилось-то? Надеюсь, ты больше не вернешься. Так, мне нужно попасть в серверную. Окей, там, походу, были друзья-пришельцы. И самое печальное в этих пришельцах, что их не видно. Раз. Я зашел, их не было. Во-вторых, они просто меня ваншотнули. Он появился ниоткуда и просто меня убил. По-моему, это немного несправедливо. Нет, ну серьезно, как я мог знать? Окей, хорошо. В этот раз я постою, не буду сразу ключ-карту активировать. Попробую пришельцев отстрелять, если они, конечно, появятся, и я их увижу. Так, они есть здесь или нету? Здорово! Я зашел. Вот и первый. Который нужно вставить ключ-карту 10 раз. Ага. Зачем так много? Можно же было всего 2 раза. Отлично. Это быстрее, удобнее и не так раздражает. Чё-то я даже боюсь к этому терминалу подходить, а вдруг еще есть? Но я не вижу пока. Ладно. В доступе отказано. Недостаточный уровень доступа. Есть, я слышал звук! Ну так же, ну нельзя же, ну! Я только услышал звук, и он сразу меня убил. Да ну нафиг, если бы они хотя бы заранее как бы звучать начинали. Надеюсь, ты больше не вернешься. Так, окей. Мне нужно попасть в серверную. Вы ж видели, я даже пытался как бы вставлять карточку, потом отходить, как бы осматриваться, но все равно мне это не помогло, он появился буквально из бочины откуда-то и... Нет, ну это жестковато. Я недоволен происходящим. Ладно, значит, их там как минимум 3. В этот раз отстрелим 3 лица инопланетных, а дальше уже начнем вставлять как следует. Такс, я готов. Вот и терминал, в который нужно вставить ключ-карту. Здорово.
Зачем так много? Можно сделать всего два раза. Это быстрее, удобнее и не так раздражает. Убил пока только одного. Слышу звук. Вон он, сверху вылез, пытался меня за голову цапнуть. Ну давайте, вылазите. Здорово. Следующий, остался один. Ну? Ну где же ты? Воу! Я даже специально не говорил, чтобы как бы, ну... Фух. В доступе отказано. Фух. Чтобы слышать звуки. Так что, они теперь в каждом помещении могут быть? Надо будет действовать крайне аккуратно. Стой! Четвертый! Ух! Мне стрёмно, друзья! Я так никогда... Я никогда в жизни так не боялся! Ладно. Еще 5 раз и будет готово. Надеюсь. Давай же. Да, ёлки-палки, все нервы, друзья. Было бы смешно, если бы двери так и не открылись. Опаньки, а тут дверь реально была. Я думал, что-то произойдет в главном модуле. Ладно, погнали. Тоже аккуратненько. Стопудово здесь кто-то есть. Я просто осмотрюсь для начала. А потом уже будем вставлять. Ну, вроде бы. Вроде бы чисто. Вроде бы чисто. Фух. Ну нет никого ведь. Я осмотрелся. Никого не заметил. Звуков не слышу. Что у нас здесь? Файлы. Файл 1. Господа кодеры, мы больше не используем бактрекер, потому что отдельные блоки iOS занимаются шифровкой данных из бактрекера. Данные неудобства продлятся до тех пор, пока я не пойму, в чем проблема. А пока я повесил при входе большую доску. Все тоски и баги будем оставлять там, на допотопной бумаге. Файл 2. Вот какой текст отображается в бактрекере. Это мне ни о чем не говорит. Так, ладно, что еще есть? Проверка системы. Ошибка запуска приложения. Функции. Подключение к интернету. Подключено. Ну, подключился. Загрузить данные на сервер. Давайте. Идет загрузка данных. Это надо было делать, интересно, или нет? Я не знаю. Просто я что-то делаю, и что-то происходит. Как обычно. А я пока буду смотреть по сторонам. Ну, больше здесь никаких терминалов вроде бы нету. А вон, компьютер еще есть. Смотрите-ка. Фух, я думал, это пришелец уже. Ну, получено достижение. Последняя воля Уилсона. Ну, отлично. Я еще и ачивку получил. Великолепно. Так, смотрим, что здесь. Вход. Смогу войти? Сообщение. Уилсон. Нет подходящих сообщений. Функции. Запустить редактор iOS. Запуск редактора. Ошибка запуска приложения. Ладно, попробуем бактрекер запустить. Ошибка запуска приложения. Окей, назад. Что в файлах? Файлы. Файл 1. То, что нужно сделать, чтобы сбежать из комплекса. А, я понял. Вот сюда нужно было заходить. На терминале обязательно нажать кнопку «Загрузить данные на сервер». Это на другом терминале. Сделано. Взять мою правильную ключ-карту доступа 5 в серверной. Можно было бы тебе оставить карту уровня 3, но тогда бы я не смог отсюда выбраться сам, так что обойдешься. Окей. Ключ-карту доступа 5, а моя ключ-карта доступа 6. Окей, а лежит она в серверной, он говорит, да? Ключ-карту доступа 5 в серверной. Угу. Так, а в серверной же там вроде бы больше ничего и не было. Ну, открывайся, дверь. Где здесь может лежать ключ-карта доступа 5? И нужна ли она нам вообще? Ну, может быть, она здесь спрятана? Вы видите карту? Я, честно говоря, нет.
А это и есть серверная. Больше никуда как бы залезть нельзя. Ничего включить тоже не получится. Стало быть, карты доступа 5 здесь нету. Может быть, имеется в виду вот эта серверная? Типа, это продолжение серверной ведь. Здесь стоят компьютеры и все в этом духе. Что здесь? Джошуа, исправь сраный баг. Вы исправили ошибку с транспортировочным... Вы исправили ошибку с транспортировочным модулем? Мне кажется, что нет. А знаешь почему? Потому что прошлой ночью, когда Александр заканчивал смену, манипулятор вместо того, чтобы перетащить к центральной комнате транспортировочный модуль, перетащил весь сраный жилой блок вместе со всеми. Кто в этот момент спал? Сказать, что мы тогда охерели, это ничего не сказать. Короче, ничего. Куда так перетащили жилой блок? Так, погодите, мне выходит сейчас нужно в жилой блок отправиться. Стоп, а что здесь? Что здесь? Я могу что-то написать, что-то обновить. Что это за компьютер? Обана! Протокол эхо, фак, хайгай, сука. Ну, короче, куча-куча всего. Видимо, это какие-то отсылки, не знаю, пасхалки. Так, что здесь? А вот и ключ-карта. Уилсон. Отлично. Такое чувство, что я это уже где-то видел. Вау, приветики. О. Я надеюсь, ваша хозяйка-железяка не проснулась. Ну, погибаете же. Все. Повзрывал. Ключ-карта, оказывается, лежала здесь, прямо на таком самом видном месте, а я ее не заметил. Ладно, она у меня в руках. Далее. Попасть в жилой блок Б9, в комнату доктора Рид и взять ключ-карту доступа 4. Доверься. Эта дура так часто теряла ключ-карты, что у нее там по-любому лежит копия. В жилом блоке зайди в мою комнату, подойдет любой код. Там есть планшет с паролем к двери доктора Рид. Ага, а опустить-то я могу текст? Там же еще текст есть. Попасть в медцентр М3 и взять ключ-карту доступа 2. Опять благодари Рид и ее рассеянность. Там несколько недель лежат ключ-карты, которые она должна была сдать. Попасть в изолятор А1 и взять ключ-карту доступа 3. Ее изъяли у Александра за драку со мной. Насколько понимаю, его после изолятора отправили на материк для трибунала, а ключ-карта осталась там. В бытовой зоне найти пароль от технического лифта. Мой сообщник его где-то спрятал. Я бы его написал тут, но его реально не знаю. Затем нужно будет подняться по лестнице в нишу. Короче, я все это все равно не запомню. Для начала нужно попасть, короче, в жилой блок, в комнату доктора Рид. Погнали. Потом, если что, я вернусь сюда и, в общем-то, прочекаю, что делать дальше, чтобы не запутаться. Так, с роботы. Роботы и пришельцы. Меня ждут стопудово роботы и пришельцы. Карту я забрал хоть? Да, карту забрал. Отлично. В жилой блок теперь доступ у меня должен быть. Жаль, что мою карту забрали. Так, жилой блок. Где открывается жилой блок? Здесь, по-моему. Эвакуационный, да, жилой. Отлично. А где там комната доктора Рид? И будут ли в последующих комнатах какие-нибудь подсказки на терминалах? Это было бы очень кстати на самом-то деле. Я готов. Потому что, ну, так каждый раз бегать, это, ну, печально будет. Так, окей. Оу. Срань господня. Это за что же ты, железяка, начала всех убивать? Жестко, друзья мои, жестко. Уилсон, зайдем к Уилсону. Я ж хочу к Уилсону. Пустите меня к Уилсону. Не работает. Ладно, пойдем к доктору Рид. А, так любой пароль. Нужно найти пароль. Ага, значит у Уилсона. Эй. Да я везу. Окей. И здесь-то мы и отыщем пароль. Что это такое? Лекарства, инъекторы. Что здесь? Найди ключ-карту в комнате доктора Рид. Эта ключ-карта дает доступ к медцентру. Пароль от ее комнаты 652-942. Так, 652-942. 652-942. Ключик, ты где? Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну хорошо, что мне больше не надо заниматься хотя бы очисткой этой херовины, да, с базы. Плевать уже на все. Где ключ-карта? Это не ключ-карта. А! Здорово! Фу! Воу-воу-воу, чего ж так пугать-то? Системный шок. Вирус. А! Системный шок. Ну это типа систем шок, да, ссылочка? Далее. Вирусология, биотехнология.
Биошок. Ну, пускай будет биошок. Окей, где карта ее? Может, в шкафу? Закрыто. А, бляха-муха! Да ну нахер, ах ты сволочь! Ах ты сволочь-то какая! Да ну это жопа какая-то! Нельзя же так с живым человеком! Почему из каждой вещи вылазят гребаные пришельцы? Лютая хрень. На шаг ближе к спасению. Ладно. Ключик, откроешь мне медцентр? Добро пожаловать в исследовательский комплекс «Терминус». Соблюдайте протокол. А вот это мне уже не нравится. Соблюдайте протокол. Ошибка. Запуск реконфигурации основных циклов. Ошибка. Добро пожаловать. Ошибка. Генерация психофизического профиля. Ошибка. Уилсон, надеюсь, ты не слишком напортачил. Жесть, а возможно, на станцию пришел еще один человек, который хочет выполнить протокол. А че я поднял руки? Это что еще за чертовщина? Ха-ха, все сошли с ума. У меня есть куча других способов убить тебя. У меня есть куча других способов убить тебя. У меня есть куча других способов. А где моя каска? Мне не хватает моей каски. Поехавшие. Если ты в центральную комнату, то тебе разрешено узнать, поскольку ты приехал. Не обязательно. Если есть проблема, то он просто пытается отшутиться и игнорировать ее. Но те приключения, которые ожидали нас в похмелье, были... Что за жесть? Так, ладно, мне сейчас нужно в медицинский блок. Что-то меня это прямо загрузило. У меня есть куча других способов убить тебя. Ха-ха, вот это гипноз. Ладно, окей. Медицинский центр. Не здесь. Медицинский центр у нас, значит, Короче, там находится медицинский центр. Погнали. Хорошо, что подсказка была. Жесткая. Ладно, погнали. Окей, сюда я когда-то тащил пришельца, аж какая-то ностальгия накатывает на глаза. Что там происходит? Оно шевелилось, друзья, я точно видел, как шевелился этот компьютер. Блин, без моей каски тяжело. Где-то я ее... Все сотрудники комплекса «Терминус» обязаны пройти превентивную вакцинацию. Двери медицинского центра будут заблокированы до тех пор, пока все сотрудники не пройдут превентивную вакцинацию. Для прохождения превентивной вакцинации необходимо вколоть в себя 500 единиц серого препарата. При отсутствии серого препарата вы можете изготовить его самостоятельно, смешав имеющиеся препараты. Я не сотрудник. Двери медицинского центра будут заблокированы до тех пор, пока все сотрудники не пройдут превентивную вакцинацию. Видимо, без вариантов. Окейушки. Фух, серый препарат. Звучит как самоубийство. Если честно, мне кажется, что она меня обманывает. И просто можно вставить карточку, и все будет хорошо. Ага. Да, сработало. Что дальше? Что дальше? Экспериментальная вирусология. Миками. Декс, что здесь? Почитать нельзя, да? Больничный лист сотрудника Лода. Больничный лист сотрудника СРВНТ. Блин, без каски ни хренашечки не видно. И где мне... О, погнали. Сообщение. Сообщение 1. Уилсон. Тема. Бедолаги. Нашел карту или нашла? Я хз, какого ты бола. Если да, то дуй в изолятор и найди ключ-карту с доступом 3. Затем в центральной комнате поднимись по лестнице и попади к техническому лифту. Спустившись в технические коридоры, нужно попасть в северо-восточный сектор. Там следующее послание. На это пока. Завтра в ваш медицинский блок придут техники для переоборудования помещения под нужды программы «Протокол». Убедительная просьба, доктор Рид. Уберите все лишние предметы на склад и соберитесь для последующей эвакуации. Доктор Рид, в южном секторе многие люди начали болеть простудой. Заведующий нашего медцентра утверждает, что это из-за работы на морозе.
Хотя у меня сомнения. Я отправил вам карточки состояний больных. Жду вашего мнения. Извините, но вы не могли бы убрать эту обезьяну? Я понимаю, это память о вашем сыне, но черт побери, эта обезьяна пугает всех до... Извините вы за выражение усрачки. Вы вообще знаете, что это обезьяна из фильма ужасов? Такс, окей. Обезьяна из фильма ужасов, это, конечно, здорово, но мне нужно найти ключ-карту. Это что? Это какая-то губка или камень? Неважно. Здесь у нас что? Еще какая-то херовина. Тоже не нужно. Ну, добро пожаловать в изолятор. Опаньки. Ключ-карта доступа 2. Отлично, друзья. Можно отправляться в изолятор. Так, куда он сказал идти? Так, а зачем мне ключ-карта с доступом 3, если у меня уже есть ключ-карта с доступом 2? Ну ладно. В изолятор так в изолятор. Выбора не оставили. Надеюсь, эта сволочь меня выпустит, потому что у меня есть ключ-карта с доступом 2, и это как бы... Окей. Окей. Этого недостаточно, чтобы выйти. Хорошо, давайте заварганим серый препарат. Так, Декс, это белый, да, препарат? А где ингредиенты для серого препарата? Так, здесь что? Окей, а как делается серый цвет? А как делается серый цвет? Ну, давайте возьмем 200 мл зеленого. Инъектор нужно теперь отыскать. Где инъектор? Я не знаю, где инъектор. Без инъектора как бы я далеко не уеду. Это инъектор. Может, это? Это пила. А где инъектор, черт возьми? Может, тут где-то лежит инъектор? И почему там внутри мишка? Точнее, зайчик? А здесь мертвые люди, да? Ой-ой-ой, а здесь пришелец. Так, с инъектор. Вот инъектор. Ха, хорошо. Я даже, честно говоря, помнил, что он там лежит. Но подумал, что моя память меня обманывает, что на самом деле он не там. Так, захерачиваем туда, короче, зеленую жидкость. 200 миллилитров, да? И давайте захерачим туда, не знаю, красную, может быть, 300. И как раз получится 500 чего-то. Так, блин, выкидывайся. А вот серая, смотрите, получилось. Ну погнали! Погнали! Сука! Что я опять себя вколол, а? Поздравляю, вы прошли вакцинацию. Двери медицинского центра открыты. Я тебя ненавижу. Ладно, зато у меня сработало. Наугад, абсолютно наугад я смешивал цвета, но получилось. Зато какая дискотека вокруг началась. Это было какое-то жесткое лекарство. Охренеть. Что за херня со мной происходит? Это наркота какая-то была, видимо. Да, жесть. Так, еще одна битва, но радует, что монстры реально так глупые. И ходить я очень медленно начал. Как это было, в общем-то, в 2D. Да стреляй уже! Я стрелять не могу. О, все какое-то замедленное, вот почему. Это не то чтобы приятное слоумо, это какая-то лютая хрень. Ладно, я всех переубиваю. Просто пойду дальше. Они ведь не будут заново появляться. Осталось двое. Ну все, справился. Куда нам теперь нужно было? Я что-то со всеми этими лекарствами совсем запамятовал. Ладно, достанем карточку и попробуем зайти в ад. Ой, здорово. Они и там появляются. Они, короче, бессмертные. Ладно, не суть. Ну и что? Карточку верните-то, может, мне? А что делать? Я ключ-карту вставил, и ничего не произошло. Что, выходит, я просрал ее, и придется новую карточку идти забирать? Или кого-то убить? А, смотрите, еще пару пришельцев есть. Точнее, один. Один ведь был. Ну, а нет, вон еще один. Как они там появились? Я же там все зачистил. А, во. Фух. Говно. Ну давай, вставай. Фух, справились, друзья, справились. Куда нам там теперь? Склад, бытовая зона, серверная. Погодите, значит нам не сюда. Я забыл куда.
Так, сладенько вставим сейчас сюда. А, в изолятор нам надо, точно, в изолятор. Увидел слово и сразу вспомнил. Ага, щелкнуло. Это изолятор, нам именно туда и нужно. Именно туда я сейчас и побегу. Спасибо. Погнали в изолятор. Ну, а хотя, друзья, давайте на этом пока тоже, наверное, остановимся, чтобы дальше была интрига, чтобы было интересно. Если вам понравилось, вы можете поставить лайк, подписаться. С вами был Перпетум или же Александр. До новых встреч, всем удачи, всем пока. Будьте счастливы. Завтра, наверное, будет уже финал. Покедова.